Итак, друзья, новая функция у Яндекса. Покупатели могут оплатить доставку заказа через телефон курьера. Яндекс.Доставка добавила в смартфоны курьера функцию платежного терминала. Яндекс.Доставка упростила безналичную оплату интернет-покупок при получении заказа. Чтобы рассчитаться, покупатель может использовать смартфон курьера. А получатель заказа просто приложит свою банковскую карту или телефон с функцией бесконтактной оплаты к смартфону курьера. Когда оплата за заказ спишется, покупателю придет кассовый чек в SMS, а деньги за покупку будут переведены на счет интернет-магазина. Это решение разработано на базе NFC-технологии совместно с компанией TrueCan and iBox. То есть NFC должен быть на смартфоне. Ну вот, скажем, на Mi 10T есть, а вот на Redmi Note 7 нету, да? А зато есть на Redmi Note 8 Pro. Значит, для интернет-магазина получить безналичную оплату через смартфон курьер выгодно по нескольким причинам. Ниже расходы на оборудование. Для собственной курьерской службы магазина не надо закупать терминалы для безналичной оплаты. Каждый из аппаратов стоит в среднем 6-10 тысяч рублей. Кстати, так же, как и смартфон с NFC, может быть, стоит даже дороже. И требует регулярных затрат на обслуживание. Удобный покупателю способ оплаты – это потенциальная возможность для интернет-магазина увеличить число лояльных клиентов. Ну и доставка по-прежнему будет очень быстро. У каждого курьера, сотрудничая с Яндекс.Доставкой, будет смартфон с приложением для безналичной оплаты. Оплачивать заказ картой через смартфон курьера смогут покупатели партнеров Яндекс.Доставки в 10 крупных городах России, таких как Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Казань и другие. Сервис Яндекс.Еда также тестирует этот способ оплаты на этапе пилотного проекта. В Воронеже некоторым пользователям при получении заказа предложат оплатить его картой в одно касание картой к смартфону курьера. Позже такой способ станет доступен для всех пользователей в городе, а затем появится в Уфе, Самаре, Перми, Чебоксар и других городах. По данным Яндекс.Исследования, GFK.Rus оплачивает интернет-заказ при получении, предпочитают более 50 клиентов онлайн-магазинов. Они охотнее выбирают для совершения покупок площадку, которая предлагает, возможно, такой оплаты. Постоплата по карте – самый популярный ответ на вопрос об удобном способе расчета. И в еще большей степени это характерно для регионов. Там пользователи предпочитают оплачивать товары при получении. Ну а что такое Яндекс.Доставка, Яндекс.Еда, я думаю, что многие знают. Так что вот такая, друзья, новость. Ссылка на нее будет в описании. Это официальный блог Яндекса. Всего доброго, всем пока, до свидания.